Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 10 марта. День пассивный и гармоничный. Центр напряжения – фатализм. Центр гармонии – уравновешенность. Овны. Присутствие творчества и вдохновения в любых жизненных процессах вряд ли может быть лишним или нежелательным. Задействуйте их сегодня в полной мере. Тельцы. В производственной и корпоративной сферах опирайтесь на консолидированный потенциал и общепризнанные ценности. Главное – не конфликтуйте с лидерами. Близнецы. В вопросах партнерства и сотрудничества следуйте ранее принятым планам, но при этом прислушивайтесь более внимательно голосу здравого смысла и интуиции. Раки. Ваша творческая энергия максимально активна и стремится к экспансии. Духовная сфера переполнена. Раскрывайте с удвоенной силой врожденные таланты и способности. Львы. Профессиональная деятельность займет достойное место в течение ближайшего времени. И протекать будет этот процесс с множеством поворотов и неожиданностей. Девы. Интересное стояние звезд. Те, кто неустанно ищет след Божий и верит в удачу, имеют все шансы на успех. Те же, кто видит лишь козни и заговоры, собственно, то и получат. Весы. Успех в коллективных мероприятиях зависит от умелого использования обстоятельств, чувства меры и развитости врожденных способностей. Упорство приветствуется. Скорпионы. Все идет своим чередом. Не помогать, не мешать вам сегодня звезды не будут. Позвольте по мере возможности жизни все выстраивать самой, естественным образом. Стрельцы. И что с того, что сегодняшний день, может, так и не принесет вам чувство глубокого удовлетворения, зато уж точно поможет расставить все точки над «и». Козероги. На глубоком духовном уровне проходят кризисные процессы, поэтому к любым сложностям сегодня относитесь как к экзамену на зрелость и состоятельность. Водолеи. Воистину, нам не дано предугадать. День на тонких планах наполнен энергией и магией. Особенно это касается трудовой сферы. Трудолюбие всегда лучшее лекарство. Рыбы. Звезды вносят свою лепту в ваши жизненные процессы. А как же иначе? Ведь вы у них недосягаемые фавориты. Звезды духовности и мудрости в вашем зодиакальном знаке.